Олеся Рерих пришла в полицию в 2003 году. Полгода в патрульно-постовой службе, а потом перевелась в ПДН. Задержалась. Здесь, конечно, сложно, говорит инспектор. Нужно найти подход к ребенку и родителю. Требуются навыки психолога. Но когда видишь результат работы, появляются силы. Есть круг лиц, которые, да, больше всего часто попадают в поле зрения, с которыми занимаемся. Воспитываем всеми службами, органами системы профилактики, принимаем какие-то меры к ним. Прежде всего, наверное, причина, что где-то в семье, да, в семье какое-то неблагополучие, отсутствует должный контроль со стороны родителей. Дети в основном предоставлены большую часть времени сами себе, да, находятся на улице. И вот эта вот бесконтрольность родителей приводит в большинстве случаев к тому, что дети совершают противоправные поступки. Может быть, в какой-то мере, что там думают, что безнаказанными они будут, да, что где-то возраста не достигли административной там какой-то уголовной ответственности. Сегодня перед сотрудниками подразделения стоит немало задач. Прежде всего, защита прав и законных интересов подростков, предупреждение правонарушений, выявление случаев вовлечения несовершеннолетних взрослыми в преступную деятельность. А для этого важно в каждом конкретном случае выяснить причину и условия, которые способствовали совершению правонарушения.